Да-ду-да-ду-да, да-ду-да-плей. Всем привет, дорогие друзья! Ну что ж, вы на канале Duda Play, продолжаем играть в игру Earn to Dine. Ускоряемся и едем. Как раз по пути мы будем уничтожать зомбаков. Опа, патрончики кончились. Хорошо, ладно, кончились так кончились. Ничего страшного. Мы сделали улучшение. Сделали броню для нашего автомобильчика побольше. Потому что, к сожалению, не вытягивает наш автомобильчик. В конце пути он ломается. Отлетает автомат. Отлетает ускоритель. Отлетает двигатель, колеса, даже кабина отлетает. Вот. Смотри. Ускоритель надо очень по-умному использовать. Не просто его лупить. Потому что в некоторых местах он очень даже нужен в некоторых местах. Смотрим, что здесь у нас можно прокачать. Давай прокачаем коробку передач. Отлично. Все, едем. Больше у нас ничего такого нету в прокачке. Ну сейчас, я думаю, скорость там мы увеличили. Ой, сразу смотри, начинает отлететь. Отлетать, то есть. От автомобиля броня наша. Знаешь почему? Потому что скорость бешеная. Офигеть, смотри, видишь, что творится. Нифига себе, мужик вообще сидит с открытой головой. Ой, давай, давай, наверх сейчас поднимемся. Все, ускоритель закончился. Все, наша машинка, смотри, голенькая практически. Как там дядька сидит и не боится. Надеюсь, он останется живых. А прикинь, сейчас прикол будет, доедем до конца. Вот такой развалюхи. Но, скорее всего, нет. Закончится бензин, либо, скорее всего, взорвется двигатель. Либо вообще нафиг разлетится автомобиль. Опа, смотри. Нет, я думал, отлетит сейчас ускоритель наш. Нет, 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 не отлетел. Угу. О, смотри, куда мы доехали. До вот этого моста из палок. Из палок и земли. Грязи. Из грязи и палок. Ох-ох-ох-ох-ох, все, закончился бензин. Хотя, бензин-то мы покупали. А, тут все по максимуму. Это почему у нас горит? Купить броня. Это я все уже купил, почему она горела, я не знаю. Что можно здесь... давай коробку передач купим дальше. В принципе, больше такого ничего интересного нечего покупать. Во! О, все, патроны закончились. Ускоритель еще есть. Отлично, видишь, как проехали. Вот здесь ускоримся. Опа, аккуратно. Блин, да ну нафиг, ускоритель утерян. Отлетел просто нафиг и все. А хотя его там еще немножко было. Да даже не немножко, нормально таки было. Все, у нас автомат отлетел, все, машинка уже. Вот что значит. Скорее, в этот самый мы сделали коробку передач. Вот что значит коробка передач. Не знаю. Что бы еще такое сейчас купить? Сейчас посмотрим. Броня у нас уже на максимуме была. Поэтому либо более аккуратно ехать. Наверное, более аккуратно ехать, не так, как я. Фигачу сразу налево и направо. Вот здесь аккуратненько проезжаем. О, смотри. Видишь, как аккуратно надо проехать. А то раньше мы все взрывали там и... не очень хорошо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, смотри. Все, проехали нормально. О, отлично, отлично. Да, смотри. Может быть и доедем. А, нет. Закончился бензин. Ага. А мы купим сейчас. Интересно, доедем или нет? Я думаю, доедем. Спокойно причем.
Но я, конечно, не это самое, не Ванга. Но буду аккуратненько ехать. Вот, прям. Сильно тоже разгоняться не надо здесь, потому что машинка ударяется постоянно. Во! Это я сказал и начал ехать быстро, да? Вот здесь проезжаем. Ускоряемся. Все, ускорителя практически не осталось. Но ничего страшного, что ускоритель кончился у нас. У нас бензина зато много. Еще пока, в принципе, машинка держится. Это самое главное. Возможно, и доедем. Ой, нифига, смотри. Все оторвалось. У нас вся защита оторвалась. Ё-моё. Ой, а я подумал, что мы доедем. Нифига, наверное. Надо аккуратно все-таки ехать. Не так, как мы, бешено все. О, смотри, мы здесь уже. Здесь нужно аккуратно не взорваться. Быстро, быстро, давай, давай, давай. Ой, хорошо, хорошо. Немножко осталось. Бензика, в принципе, достаточно, я так думаю. Бензика нормально. Не знаю, хватит или нет. Угу, бензик заканчивается. Бензик заканчивается. Чуть-чуть осталось доехать. Не знаю, хватит, нет. Все, уже лампочка мигает. Не, не доедем. Все, бензин закончился. Чуть-чуть там доехать-то надо было, ё-моё. Ага, давай, знаешь, что прокачаем. Прокачаем ускоритель. Все, ускоритель на максимуме. И прокачаем оружие. И попробуем доехать. Все, давай, автомобильчик, поехали. Может быть, успеем, может быть, сможем. Надеюсь. Ух ты, прям нормально их отстреливает. Зомбаков, зомбаки вообще отлетают. Нормально. Так, тут мы ускоримся. О, хорошо, как смотри, офигеть. Прям видишь, в нужном месте. Если ускоряться, вообще интересно происходит. Опа, нифига, перевернулись, блин, к сожалению. К сожалению. Ну ничего, нормально все. Пойдет. Блин. Так, ехали хорошо. Да ё-моё, что ты там встреваешь? Едь ровно, давай, езжаем. Во. Ускорителя совсем чуть-чуть. Мы его потом используем куда-нибудь в другом месте. Совсем чуть-чуть ускорителя. Я знаю даже, куда мы его используем. Нет, не здесь. Не здесь, потому что здесь все отлетает и так. Ух ты, нифига! Атомный взрыв. Все. Машинки не очень. Вообще нехорошо машинки стало. Все, вот здесь мы ускоримся. Вот-вот-вот, вот здесь я хотел. Все, все, вот здесь. Ускорились. Хорошо, хорошо. Бензинчика еще много. Может быть, доедем. Не факт, конечно, но возможно. Во. Зомбаки кричат. И я тоже кричу. Потому что я хочу уже доехать наконец-то. Вот, давай, давай, давай. Бензика еще немножко, совершенно немножко, чуть-чуть остается. Не, не, наверное, не доедем. Да, ё-моё, опять до этого же места доехали. Вот так вообще, да? Ну что, покупаем бензик. Ну сейчас уже точно должны, ну не знаю, ну должны доехать, ребята. Чё ж туда, если мы не доедем? О, давай, здесь ускоримся. Вот так, хорошо. Ой, вообще защита наша снялась. Это не очень хорошо. Ух ты, прям нормально, смотри. На скорости едем. Опа. Патрончики закончились. Ничего страшного. Меня волнует, знаешь, что? Уже полмашины нет. Вся бронька снялась. Мне вот это волнует. Я вот это переживаю. Что машинки нехорошо. Опа, опа, опа. Америка, Европа. Так, зомбачье, зомбачье, зомбачье. Аккуратненько здесь. Да, видишь, что творится нам с машинкой. Ух ты, ускоритель утерян. Да ну нафиг, ускоритель утерян. Блин, это фиаско, ребята. Это фиаско.
Мне кажется, не только ускоритель утерян, он, мне кажется, еще и руль утерян. Руля нету. Ух ты. Не знаю, откуда берется бензин. Я еду практически на одном колесе, смотри. На одном колесе еду, офигеть, смотри, мы сейчас тут проедем. Или нет, свалимся вниз. А-а-а, это очень плохо, что мы не свалились. Хотя... Опа, взрыв. И что, я еще живой буду? Офигеть, я взорвался практически на колесе. Я еще живой. Вот то будет прикол, если мы доедем. Если мы доедем до финиша. Давай, 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 ускоряйся. Нет, все. Назад. Слишком медленно. Все, мы не смогли доехать. А, подожди, знаешь, почему мы не доехали? У нас еще бензин не куплен полностью. Вот. Вот, а теперь? Да. Вот, а теперь мы доедем. Только, ну не знаю, видишь как. Главное машинку нашу не расколбасить. Ехать аккуратненько. Аккуратненько, я сказал, аккуратненько. Опа, смотри, ну ничего, пойдет. Ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох. Опа, хорошо, хорошо, давай, 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 давай. Блин, уже ломается машина. Уже начинает ломаться. Ух ты, не смогли запрыгнуть, да еще и ускоритель весь практически использовали. Так, будем аккуратненько, ускоритель мне в этом месте понадобится скоро. Сейчас я тебе покажу. Нет, не в этом, дальше. Сейчас дальше проеду, я тебе покажу, где мне понадобится ускоритель. Да, в принципе, я машинку-то полностью раскачал, осталось только этот самый. Но автомат там. Но автомат он не так важен. Вот в этом месте. Вот в этом месте нужно немножечко ускориться, хорошо. Ну, в принципе, нормально. Проехали, проехали. Бензина дофига, вообще дофига. Вообще нормально. Бензина прям даже очень много. Если сейчас, ну, мы продолжим аккуратно ехать. И, в принципе, мы доедем. Доедем еще чуть-чуть. Во, давай, 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 еще немножечко. Все, я могу сказать официально, мы доехали. Да, 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 да. Ух ты. Да где ж там уже? Подожди, в смысле? В смысле, где? Вот, все. Ну, в принципе, еще у нас даже немножко осталось бензинчика, так что мы точно бы доехали. Ух ты, у нас новая машинка открылась. А, ну что ж, дорогие друзья. Мы приближаемся потихонечку к нашему заветному острову, к Флориде. Ну, это не остров, полуостров. Разблокирована новая машина. Ну что ж, на этой машине мы в следующий раз с вами, ребята, и отправимся в путешествие. Денег вообще, смотрю, тут очень все дорого. Я в шоке. Ну что ж, спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем до новых встреч. Пока-пока.